Всем привет, ребят! С вами Мегаобзор.ком, и сегодня с вами детально изучим флагманскую беспроводную мышку Asus ROG Chakra. Мышка с поддержкой зарядки QI стоит 13500 рублей, представлена была летом прошлого года. Упакована в коробку с эффектным оформлением, комплект включает переходник на USB Type-C, пинцет для извлечения переключателей, две пары запасных переключателей, они идут в кейсе, несколько вариантов для установки на джойстик, и комплект включает также тканевый чехол. Выполнена в корпусе, рассчитанном под правшей, форма эргономичная с углублением слева и выступом справа. Спинка из полупрозрачного пластика, она съемная, под ней находится пенал под адаптер подключения. Блок с логотипом Asus также съемный, владельцы 3D принтеров смогут заменить его на собственный вариант. Также нарисовать его можно и на пластинке. Помимо съемной спинки у мышки также идет съемные основные кнопки, под ними находятся те самые обслуживаемые переключатели. Напомню, что в комплекте идет запасная пара, но предустановленные дополнительно отличаются, это Amron D2FC и D2F. Соответственно, они отличаются еще по тактильным ощущениям. Можно попробовать и как вариант выбрать именно те, которые вам нравятся, и плюс держать резерв. Все съемные элементы с магнитным креплением в обычной эксплуатации не смещаются. Несколько зон с подсветкой, тут она с поддержкой Asus Aura и возможность синхронизации с остальными компонентами. Расположена в районе боковой зоны колесика вдоль боковой грани на спинке. На левой грани две дополнительные клавиши полигональной формы, ближе к фронтальной части 8-позиционный джойстик. Его при необходимости можно снять или заменить на менее выступающий. Под удобный надежный хват нанесена текстура в виде продольных линий, они не загрязняются в ходе эксплуатации. Основание у Asus ROG Chakra выполнено из окрашенного в серебристый цвет металла по периметру тефлоновой ножки. В верхней части переключатель режимов беспроводного подключения. В центральном положении мышка принудительно переводится в выключенный режим или работает проводно. Здесь же окошко сенсора и наклейка с техническими данными. На фронтальной панели разъем USB Type-C, он используется для проводного подключения и зарядки. В комплекте идет кабель с тканевой оплеткой и переходник, используемый с целью сокращения расстояния до адаптера подключения. Заряжать мышку также можно с помощью QI зарядки, сейчас этот стандарт получает распространение в смартфонах, ну и сам производитель предлагает в качестве аксессуара индукционный коврик. Для управления используется центр Armor Crate, в нем можно управлять совместимыми материнскими платами этого производителя. В окне управления мышкой выбираются действия для кнопок, отображается в двух проекциях. В разделе «Производительность» задаются несколько уровней чувствительности, угол привязки, частота опроса и частота отклика кнопок. Отдельная вкладка под управление подсветкой. Ее можно синхронизировать с остальными совместимыми устройствами. Проводится калибровка сенсора под подкрытие и высота отрыва от поверхности. Контролируется уровень аккумулятора, время перехода в спящий режим, редактор макросов с детальными настройками. На борту оптический сенсор Pixar 3335. Уровень чувствительности регулируется в диапазоне от 100 до 16 dpi. Во время тестов продемонстрировал отсутствие сглаживания и акселерации на широком диапазоне. Тесты проводили на ковриках с твердым и мягким покрытием. Высота регулируется. Работа переключателя в Asus ROG Chakra понравилась. Четкий тактильный отклик и умеренный шум. Для них заявлен ресурс службы в 50 миллионов кликов. Форма удобная, вес нерегулируемый. Предлагается три варианта подключения. Проводное, по Bluetooth и 2,4 Гц с помощью адаптера. В беспроводном режиме с расположенным рядом адаптером 2,4 Гц. Подключение, заметная разница в скорости, в проводном подключении не замечено было. Встроенной батарейки хватает на неделю активной эксплуатации с активной подсветкой. Продлить можно, отключив подсветку. Подзарядить можно на QI зарядке или с помощью кабеля, продолжив работу, кстати, во время зарядки. Как итог, Asus ROG Chakra – беспроводная мышка флагманского уровня, ориентированная на игры. Единственный у нее минус – это стоимость, и здесь как раз именно она заставит от целесообразности покупки. Но и предлагает она немало. С удовольствием обсудим с вами Asus ROG Chakra. Всем спасибо за внимание и пока!